панель лучше, уже все видно. Можно даже зеркалами не пользоваться. Экран стоит хороший тоже. Камеры везде. Для удобства водителя, конечно, хорошо сделано. В любой машине ключ зажигания. Ну вот здесь масса стоит. Включаю массу в аккумуляторе, потом ключ зажигания поворачиваю. Все, и вот кнопочки стоят. Если с токоприемниками ехать, вот этой кнопочкой пользуюсь. Если автономный, вот здесь кнопочка. Все, здесь три кнопочки нажал и поехал. Троллейбус модели 433-00D с увеличенным автономным ходом. Мы запускаем впервые данную марку транспортного средства на линии. Основная особенность от предыдущих поколений троллейбусов производства Белкунмаш – это увеличенный автономный ход. То есть сейчас часть маршрута данное транспортное средство может проезжать без питания от контактной сети. Транспортное средство оборудовано USB-портами для зарядки гаджетов. Также установлены климат-контроль для более комфортной перевозки пассажиров.